Его произведения любят и дети, и взрослые. Наизусть рассказывают сказки и стихи и с интересом перечитывают романы. Сегодня в нашей стране отмечают день рождения мирового классика Александра Сергеевича Пушкина, автора почти 800 произведений. Жизни и творчеству всенародного любимца сегодня посвятили цикл мероприятий, которые прошли в Центральной библиотеке имени Алексея Пичкова. В фойе Центральной окружной библиотеки сегодня звучат отрывки из произведений русского поэта, драматурга и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня отмечается 219 лет со дня его рождения. Раз в год, конечно, обязательно проходит Пушкинский день, потому что он великий поэт, и дети читают и по школьной программе, и так детям интересно читать Пушкина. И большая часть детей знают Пушкина. Если мы проводим различные мероприятия, задаем вопрос, показываем портрет писателя, то они сразу говорят, что это Александр Сергеевич Пушкин. То есть на слуху он у детей у всех. Одним из первых окунуться в творчество мирового классика сегодня смогли воспитанники школы, которая носит имя первого ненецкого ученого-лингвиста Антона Пырерки. Именно он одним из первых перевел на ненецкий язык произведение Александра Пушкина. И он сначала перевел сказку, значит, сказку о попе, вот, «Поп, не оби манзарнитада, балда». Сказку о попе и работнике его балде. Затем, значит, был переведен «Салтан Парамода», сказка о Салтане. Вот сегодня они прозвучат на этой презентации. То есть начало прозвучит только, естественно, не вся сказка. Творчество Пушкина очень популярно среди жителей не только нашей необъятной страны, но и во всем мире. Есть книжки, которые переведены на хантыйский язык, на коми язык. Вот. Ну, в общем-то, у нас есть очень хороший сборник. Одно из произведений, я помню, «Чудное мгновение», переведено на 210 языков, в том числе на языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно в честь празднования годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Центральная библиотека готовит интеллектуально-развлекательную программу для детей, посвященную жизни и творчеству великого поэта. Ребята проходят квесты, отвечают на вопросы викторины, играют и активно принимают участие в мастер-классах. Мне очень много чего понравилось, но так самое фантастическое тогда было «Бил находок». Мы еле как отгадали, там немного. Это было прикольно и... Я на следующий раз пойду опять сюда. Или какое произведение твое любимое? Мое самое любимое произведение – это «О рыбаке и рыбке». Нам сегодня рассказали о Пушкине. Мне больше всего понравилось, как мы ходили по станциям. Что тебе больше всего запомнилось? Мне больше всего запомнилось, как мы ловили рыбу. Мне больше всего нравится его рассказ о рыбаке и рыбке, и потом об этом. Традиционно в день рождения Александра Сергеевича Пушкина в нашей стране отмечают и день русского языка. Считается, что именно Пушкин открыл красоту русского слова. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».